Ребята, всем привет! Это Паша Веспер. Добро пожаловать на канал. Продолжаем супермаркет симулятор. Я не знаю, сколько мы будем его продолжать, но мы его продолжаем. Бизнес должен расти, бизнес должен развиваться, бизнес должен приносить деньги, денюшки. Денюшки должен приносить бизнес. А вот этим мы сейчас и займемся. В прошлой серии мы наконец-то выбрались из полной жопы. Точнее, в двух последних сериях. Сначала мы выбирались из долговой ямы, которую сами себе и устроили на самом-то деле. А потом у нас была проблема, что полки пустые, а денег впритык. Ну, то есть, на закупку новых продуктов денег не хватало. Сейчас же у нас очень все получше. Ты посмотри, очень все получше. Ну, полки не пустые. Вообще ни разу не пустые полки, ты глянь. Ну, объективно. Прям очень неплохо все. Ну-ка, даже вот так вот я хочу превьюшечку, может быть, даже. Вот так ровненько. Вот так вот. Хорошо. Так, давай-ка продукты начинать покупать. Ген, ты пока справляешься? Магазин открыт. Давай сразу свет включим. Магазин открыт. И я думаю, что реально можно вот так закупать продуктички. Ага, по одной штуке. Только надо подумать, каких продуктов много, чтобы не перестараться. Давай поглядим. Стой, молоко, чекопейки, да погоди ты, блять. Вот это кока-кола, ее много, да любой кока-колы много, смотри. Кола, сок, йогурт и молоко, да в принципе, смотри, все холодное вообще мне не надо. Единственное, яйца. Да, единственное, что надо, это можно яиц взять. И все, да даже яйца, не, яйца нужны. Яйца нужны. Да, нормально. Так, что ты там? Нахрен ты ко мне пришел? Карта. $3. Уходишь. Так, погоди-ка. Этот заказ мы делаем. Да? Да, яйца я взял. Хорошо, этот заказ мы сделали. Дальше. Сыр есть, молоко есть. Чай. Что с чаем? Он закончится у меня когда-нибудь, нет? Нет, чай еще есть. Чай еще пока не нужен. Кофе, по-моему, нужен. Паста, мука. Оливыч. Оливыч. Солька. Вот эти все кока-колы не нужны, я помню. Вот это молоко надо 2 штуки заказывать. Оно кончается постоянно. И на пирожке мы остановимся. Все, заказываем снова. Сейчас все закажем, ребят, погодите. Тык, тык. Йогурт, йогурт не нужен, йогурт надо отменить. Йогурт надо отменить. Их до хрена. Все. Ебать, вы чего? Гений, идите, алло! Все, я терплю, нормально все. Я выдохнул. А почему все ко мне? Я не понимаю. Опять все ко мне прутся. Так, обездачи, хорошо. Не, я быстро работаю. Я хороший продавец. Но, блять, ну идите, гений. Ну... Пожалуйста. Так, $40 тебе, ФСБшнику. Хорошо. Опять куча коробок. Эх. Мечта моя сейчас будет сбываться. Сейчас мне кажется, что реально на полках будет дохерище всего. В изобилии. Эту цель я преследовал уже 2 серии. И в этой серии я ее добьюсь. Ага. Сейчас еще одну, честное слово. И иду. И наконец-то уже реально какую-нибудь лицензию, может, купим еще одну, я не знаю. Или расширение магазина, либо мебель. Ну, что-нибудь надо уже купить или подумать на эту тему. Хотя, может, второй продавец у нас появится. В этой серии... 20 уровень сможем вкачать? Смотри, сейчас 8... Не, 2 левела вряд ли. Они медленно качаются. Так, 2 покупателя. 2 покупателя! Угу. Карта. 42. Блять, еще один. Че они вот это молоко-то скупают? Оно какое-то классное. Может, мне тоже надо начать покупать такое молоко? Почему у меня здесь коробка хлеба?
Как давно она здесь стоит? Так. Ага. Шоколадки. Куда их? Давай сюда. А куда еще? А куда еще их? Давай вот сюда. Хорошо. Я прям опять, я релаксирую. Я завис. Это очень расслабляет. Очень расслабляет. Ты просто, смотри, я сейчас тебе покажу. Ты взял коробку, пришел к полке, расставил товар, пришел к мусорке, выкинул коробку и повторил цикл заново. Ладно, иногда приходится отвлекаться на вот этих типосов. Давай, давай Гену разгружать. Опять вечер, потому что вечером приходят покупатели, а они хотят скупить вообще все на свете. А мы, в принципе, магазин. Мы в этом помогаем. Они хотят... Блядь, один йогурт! Шла б ты домой, блядь, со своим одним йогуртом. Так, раз, два, три. Все, иди сюда. Апельсинового сока нет. Чего? А я его даже не заказал. Я не знал, что его нет. Мне казалось, что всяких там соков у меня до хера. Так, вода. Куда еще воду? Вот еще сюда. И что, одна бутылка остается? Возьмите кто-нибудь одну бутылку воды. Тебе нужна вода, возьми воды. Кока-колу, блядь, берет. Возьми воды обычной, нормальной, возьми воды. Ага. Соль, вот сюда. Диспенсер полон. А еще где-то соль есть? Одну штучку, блядь. Так, одну коробку. Одну коробку и иду обслуживать покупателей. Честное слово. Честное пионерское. Есть. Ага. Все, иду. Иду. Я здесь. Я здесь. Я как будто всегда и здесь был. Так, деньги дал. $32 сдачи получил. Домой ушел кушать свои кексы или что-то там купил. 16. На 16! Беременна в. Так, $10. $44. Я очень внимательный продавец. Так, $34. Мне в комментариях писали, что я как-то вместо 50 центов отдал $50. Там еще что-то. Я сейчас очень внимательный. Я очень внимательный. Я не хочу отдавать вместо 50 центов $50. Больше. Ну, не хочу, чтобы такое повторялось. Не хочется мне. Опять ко мне, блядь, пришел какой-то покупатель. Время, все, 9 вечера, магазин закрыт. Так, 48. Не, ну деньги, денежки, конечно. Ебать, у нас денег, ты глянь, полторушка уже есть. Полторет есть. Полторунский. Полторчанский. Ну как еще, помогайте. Ага. Так. Там что-то пикают. Там еще покупатель есть. Гена, ты обслуживаешь там кого-то? Реально кого-то обслуживает, смотри. Ага. Ну, полки все равно не полные. Не полные. Так, сырок. Я думал, что мы реально забьем полки. А они все равно не полные. Удивительно. Это удивительно. Так, яйца. Хорош. Ген, ну это удивительно. А сколько можно-то? Товары не найдены, товары считаются дорогими. Кстати, надо цены проверить.
Давай, открывай магазин, я пошел цены проверять. У нас там что-то подешевело, что-то подорожало. Так, 11, нормальная цена. Вот, это дорого. Это дорого, давай 7 поставим. Будет чуть-чуть дороже, но ничего страшного. Так, маслица за 4. Это за 6, нет, дорого. Они брать не будут. Я уже проходил это. Я уже это видел. Они не берут, не покупают. Так, 2 бакса. Ну ладно, пускай 2 бакса. Так, здесь чего? 4. Окей. Конфетки. За 4. Кексики. За 4. Хорош. Так, здесь все проверили. Здесь 3. Здесь 3. Водичка. За 2. Ну, очень дешево воду отдаю. Дешево воду отдаю. Так, за 3 молоко. Молоко за 2,5. Ну давай 2,5. Ну блять, я не хочу так эти центы. Ладно, пускай 2 будет. Так, кола, сырок. Хорош. Йогурт. Ровно 2. Круто. 4. Так, водичку я уже проверял. Кола. Яблочный сок. За 3. Сыр. 4. Сприте. За 3. Все, здесь все проверили. Дальше здесь 6, здесь сусу за 5, маслица за 4, солька за 2, спагеттосы за 7. Да нормально у меня цены. Так, ладно, давай обслужим. 5 баксов забираешь, уходишь. Молочко. Вон берут молочко, значит молочко по нормальной цене. Я так думаю. Если берут, значит нормальные цены. Были бы плохие, они бы не брали. Так, за 4 хлеб, рис за 6, рис я уже проверил, так, спагеттосы за 7, мне все нравится, мне все цены нравятся, какие-то чуть-чуть дешевле, какие-то чуть-чуть дороже, ничего страшного, вам, ну, вы купили чуть-чуть хлеб дороже, там, на пару центов, но вы там, извините меня, на 80 центов купили дешевле, там, что-нибудь другое. Справедливая лотерея в магазине. О, кстати, по 11. Так. Хорошие цены. Вообще ликвидные все. Они выебываются. Я считаю, что у меня лучший магазин на районе. Давайте, ребята, честно. Вы другой магазин на районе вообще видели? Я не видел. Магазин один. Вам бы выпендриваться-то. Тем более, что цены нормальные. Апельсинового сока нет, согласен. Это косяк, надо вот конкретно его заказать. Ну а только его заказывать, это же отстой. Надо еще что-нибудь. Какие у нас продукты очень часто тратятся? Чекопейки вот эти вот, да? Да, вот то, что по одному. Смотри, чекопейки, хлеб, мука. Масла, по-моему, много. Паста. Сусушку давай возьмем. Вот это какое-то молоко, которое такое хитро выебанное. Так, апельсиновый сок. Вот это хитро выебанное молоко. И что еще взять? Я не знаю. Что еще покупают прям сильно? Ну, то пасту давай возьмем. И заказываем. Все, хорош. Опять набрал, набрал. Ты смотри, сколько всего набрал. Так, 33 квадратных метра. Так, свет надо включить. Есть свет. Опять продукты эти. Опять эти продукты, ты посмотри. Опять я их раскладываю. Они их покупают, я их раскладываю. Они их покупают, я их раскладываю. Это не заканчивается. Ага. Не заканчивается. Я не знаю, что надо сделать, чтобы это закончилось. Не, нужен второй продавец. Я вообще не должен стоять на кассе. Объективно не должен. Я должен заниматься вот именно расширением ассортимента. Вот это вот привнести дизайнерскую там мысль в магазин. Как-то все красиво обставить. А я на кассе стою. Вот это, на это время трачу молодость, свои силы. В конце концов. Так, 20. Да не 28. 20. 20. 20. Все, ко мне не идете? Хорошо. Хорошо, сусушечки вот сюда тогда. А тем временем у нас уже почти 2 косаря бачей. Почти 2 косаря бачей. Ага, все, апельсиновый сок появился. Он очень хотелось его покупателям. Я аж 2 пачки он взял, смотри. 2 коробки, точнее. Ага. Ага. Ага.
Вот это молочко скупают хорошо. И оно все время заканчивается. Я теперь уже знаю. Видишь, я уже разбираюсь в ассортименте. Я уже все наизусть знаю. Так, кто там пришел ко мне? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Карта. 29 бачей. Уходишь. Че здесь? Ну нормально, уже покупки такие. Уже хорошие покупки пошли. Вот буквально совсем недавно. Вот так они приходили. Одну колу купят и уйдут. Вот, блядь, уходи, ты плохой покупатель. Ну муку не... В смысле, блядь, есть же мука. Чуть не нравится. У меня два вида муки в магазине. Одной нет, но другая-то есть. Ты, ну, нормальный человек вообще, нет? Муки ему нету. Так, да, а как вычислить, что есть, что нет? Теперь я не понимаю. Как мне вычислять? Что, прям смотреть, типа, каждый товар? Ну это отстойно же так. Я так не хочу. Что-то как-то так и не хочется. Ну ладно, давай прям вот злаки, хлеб, мука. Так, чекапики есть у меня? Чекапики, нет, чекапики. Да есть, одну коробку чекапик, значит нужно. С хлебом что у нас? Хлеб есть, но одну, значит хлеба можно. Вот такая голубая мука. Голубая мука, голубая. Так, две берем. Ее хорошо берут. Масло, надо нам брать масло? Вот здесь есть масло, здесь есть масло. Давай одну возьмем и пополним ассортимент по маслицу. Вот такая красная паста. Красная паста. Смотрите все своими глазенками. Красная паста. Вообще очень мало ее. Надо, блядь, две брать. Красные пасты берем две. А, сусушка. Сусушка, вон, вижу, на полке есть. Вот здесь есть. Значит, одну коробочку можно взять. Сусушки. А, сусушки, одну коробочку. А, дальше, вода и сыр. Что с водой у нас? Здесь есть вода, здесь есть вода. А, да не, не нужна вода. А сыр, подожди. А сыра-то нет. Да, давай одну коробку, две коробки сыра. И воду одну надо будет потом не забыть. Ебать очередь, вы чё, 9 вечера. Так, нал без дачи, красава. Ебать, они набирают, господи. Так, нал. $1. Уходишь. Охереть! Это впервые такое, что на ленту сразу все не влезло. Что типа она такая прокрутилась, ты видел? У меня такого еще не было. Не было. Это со мной случилось впервые. Так, по карте. 40 баксов. 40. Хорошо, что дешевле нельзя отдать. Так, Ген, все, завершаем рабочий день. Завершаем рабочий день. Не забыть про водичку. Не забыть про водичку. Заказал. Дальше, не забыл про водичку. Дальше смотрим. Кофеек нужен? Да не знаю. Один можно заказать, ладно, хуй с ним. Яички. Яичков что-то вообще не вижу. Вон, три десятка несчастных. Надо две коробки брать. Надо две коробки яиц брать, значит. Раз, два. Молоко, чай. Чай кончается! Ну ладно, одну возьмем. Молоко, а вот молоко есть еще, да? Да, молоко вообще... Молоко еще до хера, вообще не будем брать молоко. А вот чай один возьмем. Отлично. Дальше, арахисовая и красная мука. Арахисовая паста и красная мука. Арахисовой вообще не вижу. Красной муки, соответственно, тоже вообще не вижу. Значит, берем и то по две. Ага, оливыч. Оливыч! Чуть-чуть вон осталось. Давай тогда карабасик возьмем. Один карабасик оливыча возьмем, пускай будет. И все, и заказываем. На оливочи остановились. Дальше. Сейчас все, ребята, все купим. Так, спагетти и рисок. И рисок. Рисок вижу, рисок вообще не будем брать, его много. А, спагеттосы вижу на полке, значит одну коробку спагеттосов берем. А, дальше солька, солька вот чуть-чуть и вон там чуть-чуть, одну коробку взяли. Ага. Апельсиновый сок, кола спрайт, апельсиновый сок, его много. А, кола какая?
Вот такая, вот такую надо, а вот такую не надо. А спрайт надо и спрайт не надо. То есть мне нужно вот такую, с красной этикеткой, кола одна нужна. Одна, вот такая. Яблочный сок и вот это супер молоко. Супер молоко одно берем. Где оно? Не понял. Где супер молоко? Вот оно. А, яблочный сок надо нам, нет? Одну. Одну надо. Одну надо. Где яблочный сок? Вот так. Дальше. Пирог, пирог. Так, кексики, кексики, конфетки. А, вот эти кексики, вот эти кексики. Они где-то еще стоят. Вот, в красные кексики не нужны. А белые нужны? А белые, да, тоже не нужны, кстати. Маршмеллушек тоже до хрена. Да, маршмеллушек тоже до хрена. Шоколадок, по-моему, нет. Да, шоколадки раскупили. Давай две шоколадки берем. А с йогуртом что? Не, йогурт тоже до талого. Вот злаки, по-моему, нужны, да? Злаков нету. Злаки они разметают. Да, злаков я бы даже три коробки взял. Во, вот так. Идеально! Смотри, мы все купили, а 1500 у нас все еще в плюсе. Это ли не счастье продавца и владельца магазина? Я думаю, что счастье. Все, погнали все расставлять. Магазин открыл? Да, все, Гена работает, я расставляю. Гена работает, я расставляю. Я специально не открыл магазин, короче, чтобы спокойно посмотреть, чего у меня хватает, чего не хватает. Потому что я же знаю. Я знаю, они попрутся, и все мне испортят, все раскупят. И я не смогу нормально посмотреть, действительно, что у меня есть в наличии. Поэтому спокойно посмотрели, проанализировали. Открыли магазин, все, Гена работает. Я сейчас все на полке выставлю. И может быть 20 уровень будет. Смотри, там 19 с копейкой. Но нет, еще 2 рабочих дня, наверное. 2 рабочих дня, я думаю, да. Так, сейчас, ребят, вижу, что покупатель. Подождите секунду, сейчас яйца выложу. Яйца выложу и подойду. Ага. Что там у тебя? 2 арахисовые пасты. Ну хлеб возьми, ты на что намазывать будешь? Так, 1, 2, 3, 4. Ага, уходим. Так, молочище. А это супер молоко. Да, это супер молоко. Это необычное молоко. Это которое супер. Куда? А, вот сюда. Все, влезло, отлично. Одну полку. Ой, новую полку не пришлось занимать. Это хорошо. Дополнять нужно. Вот сюда и вот сюда. Да, блядь, а почему? Опять не влазит, глянь. Может, где-то еще вода стоит? Да хуй с ним, давай выкинем. Не хочу заполнять полку, лишнюю полку занимать в холодильнике. А в холодильнике маловато места. Это нам не надо. Так, кофеек. Ага. Ага. А что не берут кофе, прикинь? Там полная, полная полка кофейка, они не берут его. Так, еще что? Все, идеально просто. Так, стоит. Стоит, ждет. Ебать набрал, ебать набрал. Не унесешь, такси вызывай. Мне надо еще свое такси открыть, чтобы вот эти вот ребята, которые понабрали по 5 пакетов, чтобы их до дома довозить. И грузчика еще можно. Еще грузчика им предлагать услуги. Типа, ребята, у вас слишком много пакетов. Может быть, вам такси и грузчика? Игрущика, как будто игрушка какая-то. Игрущик. Так. Угу. Сейчас еще коробка и подойду. Вот эти вот, блядь, 3 чая несчастные, которые стоят. Уважаемые покупатели, вы их уже купите, чтоб место освободилось-то. Так, чекапики. Ага. Все, иду. Честно, честно. Вот он я. Вот он я, потеряли меня. Ха-ха-ха, вот он я. Так, наличка. $10. Давай, бабусь. Увидимся. Ты каждый день заходишь, я каждый день тебя вижу. Так, 25. Йогурт. Чекапики. Йогурт, чекапики. Так, 78. Да слушай, ну хватит ко мне идти, ну опять. Я жалуюсь каждый божий раз. Я буду жаловаться, пока второго продавца не наймем. Они достали ко мне на кассу приходить.
Надоели, блядь, мне уже. Сил моих нет. Ага. Так, где вот это еще везет? Подожди. Она же где-то еще была. Нет, это не та. Вот здесь, наверное, она была, просто ее скупили. Думаю, да. Думаю, да. И че, одну ставить? Да это отстой. Хотя ладно, пустые. Пустые полки. Думаю, думаю, нормально. Угу. Арахиска. Угу. Голубая мука. Так, о, чаек. Так, вот сюда ставим чаек. Отлично. И куда еще? Ну вот сюда давай. А можно вот так? О, можно! Реально в комментариях говорили, что если коробка с конкретным товаром, то обратной клавишей оно обратно так чпонька и забирается. Да, оно так и работает. Оно так и работает. Блин, в принципе логично, почему я не догадался? А я знаю, Я же не могу до всего догадаться. А вы мне пишите, я такой, о, точно. Получается, что не зря пишете. Так. Что надо сделать? $1 тебе сдать, все, идешь. А, включаем свет, потому что вечереет. А, и до сих пор... Я весь день, смотри, я весь день раскладываю это все. И до сих пор, не разложил. Ага. Ага. Сейчас еще коробочку. Ага. Так, что здесь? Это Оливыч. Оливыч, вот сюда. Так. Яйца. Я тебе говорю, я сосредоточился максимально опять. Потому что, ну а как по-другому? Ты глянь. Тут столько дел надо делать. И чтобы покупатели долго не ждали. Так, наличка. Без сдачи. Нормальный ты, товарищ. Сюда давай муки. Раньше это, конечно, был сладкий стеллаж, но уже все. Те времена закончились. Это теперь не, не сладкий стеллаж, а обычный. Обычный не сладкий стеллаж. Так, масло. Куда бы его засунуть? Давай сюда. Может быть, получится дополнить просто. А есть еще где-то? Во-во-во. Так. Смотри, я опять думал, что у нас все будет максимально забито, а нихера. Они успели все опять скупить. Так, еще одна сыр. А, пустые есть? Да. Да-да-да, они скупают вообще как не в себя. Как не в себя они все скупают. Сметают просто все с полок нахрен. Так, а где-то еще соль стояла. Это я знаю точно. Вот. Все, все расставил. А, ко мне кто пришел? Ебать, я тут набрала! На сколько? На $70 всего лишь. Но это уже серьезные суммы. Суммы уже серьезные. Раньше не приходили покупатели по $70, не покупали. Увеличиваются масштабы покупок у покупателей. У покупателей покупки увеличиваются. Сука. Так, что там? $3. Раз, два, три. Кексики и две колы. Красава, красава, красава. Хороший вечерок у тебя будет. Хороший вечерок. Посмотришь стримчанский какой-нибудь или запись. Так, $15. Два кекса взял, две колы. Если у него дома есть лед. А может я льдом начну торговать, кстати. 124. Вот, вот это рекорд. Вот это рекорд, это рекордная сумма. Реально, не было такого еще. 124. 124 бачинских. Ну, две водички ты, конечно, да. Две водички это несерьезно. Две водички несерьезно. Так, давай думать. Что мы делаем? Гена там работает. Полки, кстати, смотри, реально. Все, вот теперь мне нравится. Да, нормально. Надо еще докупать. Давай думать. У нас слишком что-то много денег. Надо их куда-то потратить. А, давай подумаем. Менеджмент. А, у нас 19,5. В следующий рабочий день, возможно, все-таки 20 уровень мы достигнем. А, и сможем взять. Да, и сможем взять второго кассира. Это мы держим на примете. Держим его на примете. То есть это ближайшее, что мы сделаем. Но вторая касса у меня уже куплена. В принципе, мы его просто покупаем, даже особо не тратимся на него. Дальше, что мы еще делаем?
Можем расширить еще супермаркет. Да, можем расширить супермаркет. Но есть ли в этом смысл-то вообще? Не понимаю. Счета давай оплатим, кстати. Вот это надо. Вот это надо. Мне, кстати, писали. Но я, да, я знал, что счета есть. Я их как-то оплатил. Тут не супер много. Блять, я не знаю, что взять. А, склад закрыт. Он 800 долларов стоит. Я думал, он 8000 стоит. Давай, конечно, купим склад. Так, расширить. Подожди. Расширить 4 на 4. Не понимаю. А типа, так а зачем мне его расширять? Не понял. А где вот это склад? А так я должен, я должен вот так бегать как дурачок. А когда, а как вот это открыть? То есть я должен докупить вот кучу всего, чтобы у меня склад соединился с супермаркетом. Причем непонятно, что именно надо докупать, чтобы оно соединилось. Но это отстойно. Это отстойно. Хорошо, это 800 долларов в никуда потраченные. Я тебе точно говорю. Вообще в никуда. Здесь у нас что? Почему так все написано отстойно? Сыр какой-то, тунец. Ладно, 1300 стоит. Купите этот участок, чтобы расширить. Ну, давай расширимся. Давай расширимся вот так, да. Давай вот так расширимся. И куда оно расширилось? Вот так оно расширилось. Я могу здесь тусоваться, тусовку устроить. Так, ладно. Вот так оно расширилось, это хорошо. Я думаю, что... докупим мебель мы попозже, а пока поставим все просто по стенке, по логике. Это не совсем правильно с точки зрения это экономии пространства, да? Мне уже надо стеллаж к стеллажу, наверное, ставить. По стеночкам их распределять. Так. Ну вот, видишь, то есть мы купили, а пространство-то не добавилось. Не добавилось пространство. Блять, и темно. Надо два фонаря взять. Надо сюда фонарей докупить. Точнее, не два, а сколько надо, смотри. Три, наверное. Да, или четыре. Три или четыре. Четыре. Четыре, пять, десять, пятого. Утра. Слушай, ну... А что здесь у меня? Здесь у меня какая-то морозилка. Давай ее куда-нибудь поставим. Вот сюда, к моро... Нет. Вот сюда, между кассами. Вот. У нас мороженка здесь будет, да? Нет, надо красиво, чтобы было. Вот так. Хорошо. И вот здесь у меня полка, по-моему, для склада. У меня же склад теперь... Вот, да. Это для склада. Как бы ее поставить? Вот. Полка для склада у меня есть. Только нахуя она мне? Неизвестно никому. Никому не известно, нахуя она мне. Так, дальше. Дальше, 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 дальше. Мебель. Раз, два. Я думаю, два светильника надо. Да, два. Да, два светильника. Два светильника. И продукты. Смотрим, что вот прям кончилось. Чекопики. Хлеб. Зефирки. Слушай, да как будто все есть. Масло. Мне надо понять, чего прям мало. Оливыч. Оливыча мало. Потому что завтра мы все деньги потратим на, скорее всего, да, на закупку. И у нас вообще опять ничего не останется. Мы, получается, купили расширение, купили склад, и все заработанные деньги просрали. Так, спагеттосы. Одну пачку можно купить. Вот такие красные, которые. Спагеттосы, где они? Где спагеттосы, я спрашиваю? Вот они, паста называются. А, сусушки есть у меня? Кто-нибудь видит? Ну, ну давай одну возьмем, сусушку. Где они? Сусушки? Ну, мне, конечно, нравится все просто подряд покупать. Не задумываясь. А так нельзя, когда мало денег, так не получается. Когда мало денег, так не получается. Кофеек есть? Да, есть. Солька есть. Вон, арахисовая паста, вижу. Арахисовой пасты мало.
Арахисовая паста. Хорошо. Пойдем в холодильнике посмотрим. Йогурта до хера, яйца есть, сыр есть, яблочный сок есть, апельсиновый, в принципе, тоже есть, водичка есть, сприти есть. Ну давай один, подожди, какой? Апельсиновый один докупим. Да, да-да-да-да-да. Один апельсиновый докупим. А где он? Пипесин. Пипесин где? Вот, и какой-то колы, может быть, не хватает. Это кола есть, и это есть. Да всей колы хватает, в принципе. С холодильниками нормально все. Так, супер молоко. Как оно? Супер молоко даже есть, прикинь. Но надо что-то еще взять. А голубая мука? Есть. А красная мука? Одна полка, да, только? Чокопики. Ой, бля. Так, а чокопики я взял, по-моему. Чокопики надо взять. Одну. Угу. И давай рандомно, короче, все, надоело. Но доело. Шоколадки. И что-то одно еще. Что-то одно еще, что-то одно. Такие кексики. Давай вот такие кексики еще возьмем. Все, хорош. Заканчиваем рабочий день. Ага, начать следующий. А мне денег-то хватит? Да, хватает. Ага. Блять, успею все? Да, Ген, давай. Блять, нельзя так. Хочу прям все разложить, подожди. Ага. Хочу все разложить по-быстренькому, ребят, пожалуйста. Давайте, пожалуйста, быстро все разложим. Где там еще кто-нибудь? Ага. Сколько у меня уйдет на это время? Ну, минутка, наверное, да? Или две? Или сколько? Хочу, чтобы магазин прям красивый был. Чтоб смотришь. Ух, просто какой. Угу. Так, чикапики. Давай вот сюда к чикапике, к чикапикам. Ну, у нас $70 опять осталось. Ну, почему вот так вот всегда? Вот так вкладываешь в бизнес, и все. И денег просто нет. Угу. Там еще две лампы будет, я помню. Так, где пустые полки? Вот здесь. Ага. Это лампы уже? Нет, еще не лампы. Так, пирожок. Здесь все красиво. Здесь все красиво. Вот полка. Ага. Во. Во. Так, ставим. Как ставим? Вот так, наверное, как-то. И вот... Сейчас чуть не поставил, блин. И вот так, наверное, да? Нормально? Да, нормально, смотри. Вполне себе. Вполне себе. Нихера себе у нас тут уже. Нихера себе. Это уже не супермаркет. Это не... Это, блядь, магазинище. Ты глянь. Мы если еще поставим еще одну морозилку и туда мороженку купим... В следующую лицензию надо брать мороженку. В следующей серии смотри, что будет. Мы поставим второго продавца и будем зарабатывать на лицензию на мороженку. Это точно случится. Все, ребят, давайте на этом прощаться. Блин, ну мы все, мы бизнес реально выводим на новый уровень. Это новый high level. Мы постигаем новые высоты. Я так считаю. Я так считаю, да. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайки. Для меня это очень важно. Это меня очень сильно поддерживает. Подписывайтесь на канал. Забегайте в Телеграм, в Дискорд, в группу ВКонтакте. Также приходите на стримы на Твиче. А на сегодня давайте прощаться. Всем пока. До следующей серии.